Открытое акционерное общество «Знамя Родины». В его состав входят 4 сельскохозяйственные организации Гомельского района. История этого объединенного хозяйства началась в 2008 году. До этого в разное время, начиная с 2000 года, к рентабельному сельскохозяйственному производственному комбинату «Красное знамя» были присоединены малые убыточные хозяйства «За Родину», «Первомайский» и «Глыбоцкое». Предприятием «Красное знамя» в прошлом, а сегодня открытым акционерным обществом «Знамя Родины» неизменно руководит Михаил Александрович Рубан. Вот уже почти 40 лет он живет и работает на земле. А родился Михаил Александрович на Брянщине в 1957 году. В детстве мне нравилась эта работа агронома, так вот, по земле ходить, выращивать растения, все культуры. Нравилось тогда и поступил на агрономический факультет. После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Михаил Рубан работал главным агрономом на своей малой родине – Брянщине. В 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции переехал жить и трудиться в той же должности в деревню Марковичи Гомельского района. Последние 7 лет является директором открытого акционерного общества «Знамя Родины». За все эти годы понятия «родина», «земля», «счастье», «семья» стали для Михаила Рубана неразделимыми. А на вопрос, возникает ли желание переехать жить и работать в город, отвечает однозначно. Я уже не городский, я уже сельский парень. Я уже корнями врос в землю, значит, уже все. Уже годы. Сколько лет, это считайте, уже 40 лет почти на земле. То, с каким знанием дела Михаил Александрович рассуждает о земельных вопросах, об урожаях и надоях, о качестве работы и ее результатах, свидетельствует о том, что за долгие 40 трудовых лет он научился говорить с землей на одном языке. Он знает, как добиться ее максимальной отдачи, а она, матушка-земля, старается не подводить своего хозяина. В 2008 году, на момент присоединения 3 убыточных хозяйств к СПК «Красное знамя», директором которого был Михаил Рубан, хозяйство состояло из 6 молочно-товарных ферм, 4 машинно-тракторных парков, 4 полеводческих бригад. Все здания нуждались в текущем или капитальном ремонте. За эту большую работу и взялся Михаил Александрович. Вместе со своей верной командой помощников удалось проделать колоссальную работу по благоустройству территории хозяйства, созданию бытовых условий на производственных участках, капитальному ремонту зданий. Конечно, это все благодаря коллективу. Слаженный коллектив, отлаженный, все понимают, значит, свою. Благодаря коллективу один поле не воин, конечно. Если за тобой коллектив идет, значит, и результаты есть. В 2010 году в хозяйстве был построен новый зерносушильный комплекс. За последние 7 лет практически во всех зданиях молочно-товарных ферм и складских помещений сделали капитальный ремонт кровель. Сейчас все МТФ ограждены, переоборудован кормовой стол, системы водопоения и содержания скота, установлены молокопроводы и новое доильное оборудование. В 2013 году построили доильно-молочный блок в деревне Глыбоцкое. Одновременно за счет собственных средств здесь сделали капитальный ремонт коровника и телятником. В результате значительно увеличились надои. Сейчас в хозяйстве доят 5572 литра молока на корову. По сравнению с 2011 годом это на 600 литров больше. В прошлом году хозяйство заняло первое место в республике по валовому производству молока. Всех своих результатов мы добились благодаря растениеводству. То есть они нам заготавливают корма. Ну, соответственно, корма тоже хорошего качества. Поэтому и, естественно, и надои, и привесы, все это увеличилось. Ну и, конечно же, благодаря настойчивости нашего руководителя. Это можно ставить даже на первое место. Большое внимание в хозяйстве уделяется качеству производимой продукции. Здесь ушли от доения коров в летних лагерях. Большинство молочно-товарных ферм переведено на круглогодичное стойловое содержание. Помимо производства молока, 98% которого реализуется высшим и экстра сортами, занимаются выращиванием тёлок на племя и для продажи. А полгода назад начали выращивать еще и бычков. Поголовье МТФ хозяйства составляет 5600. Это большое стадо для относительно небольшой территории земель предприятия. Сельхозугодия занимают площадь 8600 гектаров, пашня 6060. Но благодаря добросовестному труду местных работников нехватки кормов в хозяйстве не бывает. В этом году кормов заготовки прошлого года хватило до июля месяца. В связи с засушливой погодой в текущем году в качестве корма в хозяйстве заготавливают солому. Считают, что это хорошее подспорье на зиму. Измельчаем, значит, возим перемешку с зеленой массой, неудобицей обкашиваем. Посыпаем ржаной мукой,
мелкого помола и трамбовку круглые сутки. И поливаем водой. Уборочная площадь в хозяйстве составляет 3335 гектаров. 2200 озимый клин и 1000 с небольшим яровой клин. Если сравнивать с прошлым годом, то посевные площади увеличены на 500 гектаров. Если сравнивать урожайность с уровнем прошлого года, ну, в связи с тем, что такая была весна, не очень комфортная, ну да и лето, скажем так, было очень жарко, без осадков. Должны максимально приблизиться к урожаю прошлого года. Без зерна не останемся. Возможность быть уверенным в завтрашнем дне дорогого стоит. Особенно учитывая, что в хозяйстве балл плодородия пашни 22, самый низкий по Гомельскому району. Тем не менее, валовое производство зерна и урожайность растет с каждым годом. Местные хлеборобы первыми в районе начинают посевную и уборочную кампании. Первыми их и заканчивают. И, конечно же, отправляются на подмогу другим хозяйствам. В прошлом году все экипажи стали тысячниками. Дважды хлеборобы предприятия приглашались на республиканские дожинки. Люди стараются ответственно подходить к любой работе. Что выполнение всех доведенных показателей – это не случайность, это достойный результат самоотверженного труда всех работников предприятия. Средняя заработная плата в хозяйстве за 2014 год составила 5 миллионов 180 тысяч рублей. Выручка на одного человека – 270 миллионов в год. Выполнение показателей как в растениеводстве, так и в животноводстве было бы невозможно без обслуживающего производства. Хозяйство в полной мере обеспечено необходимой техникой. Машино-тракторный парк постоянно обновляется. А трактористы, машинисты и водители с большим трудовым стажем и опытом работы. Хорошие кадры – это большое дело в работе. Но им всегда нужен достойный подражания пример. В первую очередь в лице руководителя, который наставит, подскажет, поощрит, проявит настойчивость и твердость. В этом отношении работникам предприятия «Знамя Родины» повезло. Своего директора Михаила Александровича Рубана они ценят и уважают. Самое главное, что я скажу, что это настоящий руководитель, он требовательный, настойчивый, принципиальный. Это что касается работы. И все результаты, которые мы достигли, это и надои, и привесы, и зерно намолоты, это все благодаря именно его организаторским способностям, благодаря ему уму, его знаниям. А вообще он добрый и отзывчивый. Михаил Александрович, как настоящий мужчина, мало говорит, но много делает. Для предприятия, для своей семьи, в лице жены Ольги Николаевны, детей, внука Арсения и, конечно, мамы. Вся жизнь Михаила Рубана проникнута простым, но таким высоким стремлением. Стремление всегда одно. Работать надо. Стремление к работе, чтобы воспитать своих детей, внуков. Все, чтобы они тоже жили, работали, трудились нормально, мирное небо, чтобы было над головой. Очень важно, когда у человека есть стремление, когда это стремление претворяется в жизнь. Тогда и возникает чувство радости и счастья, чувство удовлетворения от того, что ты делаешь. А еще хорошо, если удается уделить хотя бы немного времени и себе, своим увлечениям. Конечно, у работников сельского хозяйства свободного времени практически не бывает, особенно летом. Но Михаил Александрович Рубан умеет ценить каждый миг своей жизни и не упускает редкий шанс воспользоваться свободным временем. Деревья – это природа, все, свежий воздух, леса кругом, озера есть, рыбалка, зимой на охоту пройтись, так вот. Осенью грибы – это мое хобби, по грибах походить, по лесу осенним – это вообще одно удовольствие. Михаил Александрович – человек, который еще в юности, единственный из всей своей семьи, решил связать жизнь с сельским хозяйством, который вот уже 40 лет хранит верность своему делу. Помимо уже имеющихся личных наград, в этом году в очередной раз получил широкое признание. На этот раз на областном уровне. По итогам работы в 2014 году Михаилу Рубану вручили премию Гомельского облсполкома «Человек года» в номинации «Человек на земле». Многому можно научиться у него, особенно молодому поколению. Чтобы не зря жить, надо, конечно, работать, зарабатывать на жизнь, и живенцем не быть. Самое главное, чтобы заботиться о своих родителях. Сейчас много возможностей у молодежи. И работать, и учиться. Все для этого есть.